Доброго здоровья, друзья! Перед вами Тарзан. Мы не знаем, что случилось с мальчиком. Мы можем рассказать его о жизни только с той минуты, как забрали его к себе. Очень ласковый, очень добрый. Хороший, адекватный пес. Доброжелательный и дружелюбный. Что к людям, что к животным. Беспроблемный. Он второй день у нас бегает. Я вчера подумала, что он чей-то. А потом смотрю, что нет. Мальчик маленький. Да, чуть не мальчик. Ну да, глаза. Вот ему делаешь вот так вот. Давайте, поводочек. Что там будет? Давай. Он абсолютно адекватный. Сейчас. Глаза красные. Может, удар какой-то или что. А худой, видимо, уже бегает давно. Он пытался в стаю, тут у нас стая собак живет. Он пытался к ним, а они его кусают. Да, что они? Угу. Не принимают они. И мой его стал грызть, сволочь такой. Ты кто? Парень, да? Мальчик. Мальчик, да. Я его так и зову. Мальчик. Сейчас я пару фоток сделаю. Машину-то залезешь, не? Или будешь сопротивляться, а? Ну, будем потихонечку вместе погрузим, потихоньку, я думаю. Не бойся, не бойся, малыш, не бойся. Ничего тебе плохого не будет. Не бойся, не бойся. Да, сладкий мальчишка, хороший мальчик. Чё-то глаза закрыла. Такие вызывают особенное трепетное отношение. Таких очень жалко. Мы не знаем, откуда взялся Тарзан. Но я благодарна тому человеку, кто позвонил и сказал, что пес нуждается в помощи. Очень благодарна, ребят. Так же, как благодарна вам. За все эти годы, каждый раз, когда я пишу о нашей боли или о новом найденыше, вы откликаетесь и помогаете. Спасибо вам. От всего сердца, ребят. Хорошие мои, спасибо вам. Потому что мы живы только благодаря вам. Нет, еще не совсем. Стоп. Пойдем. Чего ты боишься? Да, сама. Ну ладно, бойся. Цепляй шину. Да, маленький, наверное, не? Маленький. А, светлый. А? Да этот просто этот. Смотри, может, пойдет на это. Давай. Видишь, как? Собачка. Чё он? Здорово.
Тарзан видел какую-то тень, но, несмотря на то, что глазки капали, у него начала разрастаться опухоль под одним из глазиков. Когда врач осмотрел, то выяснили, что операция необходима. И мальчику удалили глаз. Не знаю, как, ребят. Я даже не знаю, какие слова мне говорить врачу, доктору Баркову. Мне легко с ним разговаривать, наверное, потому что я далеко и разговариваю с ним по телефону. А вот в глаза я бы ему взглянуть, наверное, уже не смогла бы, ребят. Слишком огромные долги. И с минуты на минуту может наступить такой момент, что я просто вынуждена буду закрыть глаза, уши и просто убежать. Потому что мы не можем никак погасить долг в клинике. Знаете, ребят, постоянно говорить вам, ребята, помогите. Мы все взрослые люди. Реально взрослые люди. Разумные. И если вы пришли на страничку помощи бездомным животным, неужели вам надо напоминать о том, что надо помочь? Мне кажется, это должен понимать любой разумный человек. И мне кажется, на таких каналах стыдно просить помощь. Если люди пришли сюда, они понимают, зачем пришли. Помочь тем, кто не выживет без нашей помощи. Помочь бездомным, для которых мы делаем все, чтобы они обрели дом. Избавить их от боли, прооперировать, залечить их раны, накормить. Я не знаю, какие слова сказать, ребят. Мне кажется, за эти годы я сказала уже все, что могла. А еще я действительно не понимаю тех людей, которые... Я ведь смотрю, сколько просмотров этого ролика. И меня действительно поражает. Вот вы сейчас слушаете меня и смотрите ролик. Скажите, а почему вы не поможете приюту? Я не заглядываю к вам в кошелек. Я пытаюсь заглянуть в вашу душу, в ваше сердце. И просто спросить, ребята, а почему вы не хотите помочь приюту? Почему вы пролистываете и уходите? Почему вы ставите лайки и уходите? Ведь тех подписчиков, что у нас находятся на канале, достаточно, чтобы прокормить приют. Достаточно, чтобы купить корм. Почему же мы все время вынуждены кричать и просить? Почему мы вынуждены обращаться к людям и говорить им, помогите там, где у них все перед глазами? Не знаю, ребят. Но я врагу не пожелаю смотреть в глаза искалеченных, больных, голодных собак. Потому что у них есть только мы. Простите.